И вновь на сцене Рустам Аджаян. Зерки заговец, инсан мартом сереш, там паховец, хатрец ворч мержем, а мы ничего сонем, им шапати дигум, майами медем, хатрец ворч мержем, а мы ничего сонем, им шапати дигум, майами медем. Радость моя, радость моя, сидят сетки чая, инсан мартом славнем. Спасибо. Рустам Аджаян. Я хочу пригласить на сцену. Спасибо. Выходи, выходи. Спасибо. Вот это замечательное семейство Аджаянов. Спасибо, Рустам, тебе. Хорошо, что в нашем Тутаевском районе есть такие люди, которые творят, которые свою национальную идею несут в массы. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Я хочу предоставить слово заведующим городским клубом Нелли Леонидовне Беллер. Всем еще раз здравствуйте. Хочу в первую очередь поблагодарить всех вас, что вы выбрали время от своих огородов к
кто-то после огородов, кто-то после работы, и пришли к нам на наш замечательный концерт. Вот, стоя за кулисами, даже сегодня целый день я очень переживала за это мероприятие, я считаю, что концерт удался. И удался, получился очень хорошим. Потому что мы, артисты за кулисами, мы получили очень хороший, большой такой адреналин, хорошее настроение. Приходите к нам почаще, радуйтесь своим присутствием, своими аплодисментами. Рустам и Ишхан, мы их пригласили на наше мероприятие еще месяц назад, и мы к нему очень серьезно готовились, были репетиции, это я вам говорю не зря, говорю вам серьезно, честно. И мне бы хотелось бы от всего нашего коллектива, от городского клуба, вас поблагодарить и вручить вам благодарственное письмо Департамента культуры, туризма и молодежной политики. Вручить благодарственное письмо Рустаму Аджаян за активную участие в районном праздничном концерте, оно будет действительно районное, посвященном Международному дню семьи. Возьмемся за руки, друзья. Спасибо. Письмо за активное участие в нашем праздничном концерте Ишхану Аджаян. Большое спасибо. Естественно, я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, и не только, но и дружбу. Мы предлагаем вам свою дружбу, как человеческую, так и профессиональную. Я думаю, что все согласны. Мы должны дружить и жить мирно. Спасибо танцевальному коллективу Extreme Style. Вручают как никогда наши пчелки, наши труженицы. Естественно, моя замечательная правая рука. Без этого человека я просто никуда. Евгений Евгеньевич Даменцев, большое тебе спасибо. Естественно, одним из лучших вокалистов нашего района и области это Андрей Гремицкий и Александр Уваров. И еще раз вам спасибо и низкий поклон. Спасибо.